Devox Plus через реальный процесс поставки. Пожалуйста, в 6 часов в Телеграм-боте будет опрос, мы попросим проголосовать за лучший доклад. Пожалуйста, сделайте это. У нас есть отдельный внутренний призыв для спикеров, и мы очень хотим поощрить тех, кто вам понравился больше всего. Передаю слово. Здравствуйте. Да, спасибо большое. Ну что, последний рубеж перед походом в бар. Здесь уже не было давно какой-то перерыв промежуточный. В общем, хочу вас попросить одно дело сделать. Попрошу вас, наверное, сделать. Я хочу просто потроллить немножечко соседний зал, и хочу, чтобы вы немножечко тоже расшевелились, потому что уже устали все люди. В общем, что я хотел бы вас попросить сделать. Давайте вот представим, как будто мы сейчас на рок-концерте находимся, и нам надо пошуметь громко, похлопать, там, не знаю, и попробуем, ну, чтобы вот соседний зал нам позавидовал, что у нас здесь что-то интересное творится. Ну, такая просьба. Так, это по счету три. Раз, два, три, давайте. Спасибо большое. Ну что, как вы поняли, я намерен сделать этот доклад интересным и, ну, не таким скучным, поэтому... Давайте начнем. Вот, сейчас разберусь, как вперед двигать. Вот, меня зовут Дмитрий Сугробов, я разработчик из компании Leroy Merlin. Возможно, вы слышали про магазин, про обои, плитку, не знаю, вот мне сегодня сказали, что там свечи продаются, я теперь знаю. Вот, но помимо этого у нас еще примерно порядка 500 человек, которые приходят на работу и что-то пилят. То есть это все, что связано с нашим мобильным приложением, с сайтом, с логистикой, с доставкой, с коммуникацией, в общем, ну, стандартный набор компаний, которая изначально была офлайновой, и сейчас все там поняли, что дорастают люди, которые родились с руками в планшетом в руках, и как бы если их не, ну, если им давать сервис, который они привыкли, то далеко не уйдешь, придут какие-нибудь Алибабы, Амазоны и займут рынок. Ну, собственно, мы тоже не исключение, поняли и начали развивать свою экспертизу. Попутно с этим я являюсь официальным членом сообщества InnerSource Commons Foundation. Это те ребята, которые продвигают движение InnerSource. Это то же самое, что Open Source, но вот ограничено рамками компании. Ну, если вам интересно поговорить, давайте в баре мы с вами это сделаем. Я могу много об этом рассуждать. В целом, это та штука, которая инженерными способами решает какие-то проблемы бизнеса, помогает делать качественнее, прозрачнее и так далее. Ну, в общем, сейчас не об этом. А о чем? Вот я бы хотел перед тем, как начать свой доклад, показать свою коллекцию Dev что-то Ops коллабораций, вот такую предысторию. Вот есть чат одного из российских сообществ, и туда как-то однажды пришла девушка, Варвара. И она сказала, что она пип-опс, и, собственно, помимо того, что это было интересно, что такое пип-опс, в целом, после этого я начал замечать различные dev что-то Ops, либо что-то Ops коллабораций, о которых вот как раз сегодня хотелось с вами поговорить. И перед тем, как начать, я хотел вас предупредить, что это последний на сегодня заключительный доклад, поэтому не будет никакого кода, не будет сценарий действий жестких, а что будет? Будет проблемы разработки, будут как раз эти DevOps коллаборации, будет 16 различных направлений развития, куда можно пощелкать, если вы хотите развить свою экспертизу не только вглубь, но и вширь. Ну и приглашение к диалогу, мы с вами перейдем потихонечку уже в бар, и там уже будем обсуждать то, что вы видели здесь, потому что у нас ограниченное время, поэтому я постараюсь все компактненько так уложить. Ну что ж, поехали. И начать бы я хотел с вами с DevOps, секция DevOps. Вы, конечно, все знаете, что такое DevOps. И я, когда готовил доклад, тоже начал гуглить и спрашивать людей, что такое DevOps. И получил совершенно разные ответы, не было двух одинаковых вариантов. И вот я некоторые из них сюда записал, я сделал формочку, стоящую на вопрос, мне в чатик отвечали. Ну, собственно, это безумно заимствованная с Запада проблема, где люди не умеют общаться и скоро станет в России суперактуальной. Это атмосфера в команде разработки, это хипстеры, билд-инженеры, это один человек заменяет пятерых, но получает за двоих. Это совокупность подходов, совокупность практик, совокупность методов, и вот мой самый любимый вариант. DevOps — это как плюмбус. Все знают, что это такое, и нет смысла об этом говорить. Для тех, кто не знает, плюмбус — это вот такое устройство из мультфильма «Рики и Морти». Если загуглить Википедию, то это универсальное домашнее устройство, в котором все знают, и не важно, то есть не нужно смысла объяснять этого.
ну, как бы похоже на DevOps, да? И что бы я хотел вас попросить, вот здесь вот у меня есть некоторая интерактивная часть, те люди, которые смотрят в онлайн-трансляции, они могут сделать прямо в чатике это, здесь мы будем умственный эксперимент проводить. Сделать свое определение DevOps, проговорить про себя и запомнить его. Я к этому вернусь в конце своего выступления. Надеюсь, что у всех получилось это сделать, ответить на что такое DevOps. То есть у каждого есть свой ответ, у вас, конечно же, он свой и, конечно же, самый правильный. Но мы пойдем дальше. И пойдем вот к этому молодому человеку. Знает кто-нибудь, как его зовут? Его зовут Патрик Дюбуа. Это тот человек, который в 2007 году разочаровался работой в бельгийском правительстве. Он подумал, что все плохо, надо что-то менять, и пошел на конференцию, сделал доклад, который назывался Agile System Infrastructure, то есть гибкая инфраструктура. В общем, на доклад никто не пришел, после этого он немножечко переименовал, сделал конференцию, которую назвал DevOps Days. Это была первая конференция в Генте, и она была супер успешной. Ну, наверное, название было хорошее, а, наверное, просто в Бельгии пиво очень вкусное, вот фоточки с того мероприятия. И после этого дело просто пошло в гору. DevOps супер популярно, на Коне сейчас о нем слагают песни, вот можете на Ютубе послушать, некоторые даже в рифму. О нем пишут книги, очень большое количество книг, которые написаны на тему DevOps. Делают специальные конференции, это одна из, их очень много. Трек DevOps практически на всех конференциях сейчас существует. Ну и, собственно, вот идея, все хорошо, DevOps прям на хайпе, на коне, все здорово, казалось бы, что могло пойти не так. И тут в мире наступает опасность. Почему опасность наступает? Потому что есть еще одни люди, которые видят тусовочку и тоже хотят в них, и это безопасники. И зачем они это делают? Ну, конечно же, чтобы сделать движение, сделать вокруг него конференции, писать книги, некоторые даже в комиксах, посмотрите. Ну, собственно, я только не нашел песенки. Наверное, если у вас есть какие-то таланты музыкальные, то вы тоже можете записать свой трек и стать популярным на этой волне. Но если говорить серьезно, то эти ребята не просто так пришли, они решают реальные проблемы. И вот такие, например, как безопасники, как отдельная команда, которая совершенно не владеет принципами разработки, они где-то там сидят в углу, и, в общем, те ребята, которые странненькие, что-то говорят и что-то запрещают всегда. При этом общение с ними как происходит? К ним на почту приходит файлик, обязательно они там чекают по своему, накликивают в своей системе и обратно отправляют людям команде разработки. И это происходит в формате такого PDF-ничка на 150 страниц, которые нужно разобрать. И вот такой файлик туда-сюда футболится. Ну, в общем, другими словами, эта штука является как очередным рубежом, security gate, по-моему, что та штука, которая замедляет разработку. DevOps же про что? Про ускорение разработки. А здесь отдельные люди, которые специально сделаны для того, чтобы замедлять это. И вот DevSecOps ребята, они что делают? Они говорят, вот реальные проблемы, надо их решить. Как мы их будем решать? Мы сделаем сообщество, сделаем манифесты, напишем, вот сайтик можете потом загуглить, посмотреть, прочитать, очень отдельные вещи пишут. И я вот некоторые даже перевел, на слайд вывел. Например, они говорят, что мы будем действовать как разработчики, чтобы делать инструменты безопасности доступными как сервис. Мы не будем ждать, когда нас хакнут, мы будем разделять ваши ценности и станем партнерами. Мы не будем просто полагаться на сканеры отчета для улучшения кода. Мы будем атаковать наши продукты, чтобы помогать вам защитить то, что вы создали. Мы изучим лазейки, они длинные списки проблем, которые мы могли бы решить. Ну, как бы тут очень хорошие слова, и у меня просто два комментария к этим словам. Первый коммент, а вообще это легально, так можно было это сделать, это как безопасность здорового человека, что называется. Ну и второй комментарий о том, что да, эти две, конечно, проданы, ну, как бы хотелось бы, чтобы все безопасники, безопасная разработка была именно вот так вот строилась. Ну, собственно, что дальше делают эти ребята? Они берут стандартную девопсерскую восьмерку, ну, все, наверное, видели вот этот непрерывный цикл поставки по девопсу, и говорят нам, что теперь у нас безопасность обволакивает все этапы вот этого непрерывного цикла. Ну, клево, а что делать-то? Ну, вот есть другой доклад, можете потом посмотреть, это Юрий, который рассказал, как себе, собственно, это принести, но здесь мы с вами сделаем выжимку, как принести DevSecOps в компанию. Первое, что нужно сделать, это описать результат, то, что вы хотите получить на конце, как вы вообще видите безопасную разработку, которая не будет стопить фичи в продакшн. Второе, что нужно делать, нужно не
не мудрствуя лукаво, использовать те инструменты, которые есть. То есть сначала не инструменты покупать бездумно, а там, не знаю, есть Confluence, завели страничку безопасности в Confluence. Ну и потом потихонечку уже обволакивать себя нормальными инструментами для того, чтобы ну, сделать все-таки по-хорошему. Нужно использовать это движение Security Champions. Это та штука, которая помогает в присутствии лимитированного количества безопасников все еще делать разработку безопасно. И это участники команды, которые являются точкой входа по вопросам безопасности, они одновременно с этим являются евангелистами, проповедниками безопасности. Ну, в общем, можете тоже загуглить очень интересная вещь, если особенно хотите сделать безопасность как нормальную, а не то, что вот было до этого. Ну и, конечно же, нужно интегрироваться в процесс, то есть нужно как в каждый этап сделать так, чтобы была безопасность участвовала в этом, а не была отдельным отделом. Если суммировать все, что я сказал, про что DevSecOps? Про то, что нужно жить дружно, отдельный отдел плохо, вопросы безопасности не как бы они не про то, что там люди будут что-то делать, а мы потом проверим и вернем PDF-чик. Нужно все это автоматизировать, нужно как код интегрироваться в процесс поставки, ну и, конечно же, нужно приносить ценность. Мы здесь для того, чтобы наши клиенты были счастливы. Наши клиенты, они сейчас очень требовательны, они хотят фичи быстро и много, и вот нужно как бы не безопасность ради безопасности делать, а о том, что нужно приносить ценность и думать о них. Ну, как бы все здорово, безопасность довольна, вот теперь у нас такая вот счастливая разработка. И тут в мире наступает угроза. Угроза, она нам из такого конфликта пришла. Вот есть такое типичное представление о том, что можно пилить быстро, либо можно пилить качественно. И одно с другим как бы не особо сочетается. Но есть те спасители, которые думают о том, что давайте мы это все-таки будем сочетать. И вот эти ребята, они еще не определились, как будут называть себя. Ну вот назовем их DevOps-ами, например. Это те ребята, которые отвечают за качество того, что мы пилим. В общем, что они делают? Они берут стандартный DevOps, они туда добавляют тестирование на все этапы и получают DevOps все довольные, как бы все хорошо. И если говорить дальше, вот у них есть сообщество, которое придумало там 4 основных момента вот этого движения, и они говорят о том, что тесты должны быть автоматическими, ручной труд плохо, он замедляет, то есть все нужно автоматизировать по максимуму. Нужно сделать так, чтобы тесты проходили быстро, а для этого нам нужно уметь их запускать параллельно. Так как мы запускаем параллельно, нам нужно очень много вычислительных ресурсов, поэтому мы должны скалировать нашу инфраструктуру для тестов. То есть мы запустили быстренько, нагнали туда ресурсов, тесты закончились, ресурсы обратно отпустились, и, собственно, все хорошо, все удобно. Ну и, конечно же, нужно интегрироваться в процесс. Нельзя так, чтобы как там по waterfall, трехмесячный цикл тестирования в самом конце. Ну, в общем, это никому не нравится, нужно как бы делать по Agile работать, что ли, ну, интегрироваться в процесс. Что делают эти ребята? Они берут девопсерскую восьмерку и добавляют туда несколько шагов. Первый шаг — это триггер, это то событие вся сети, которое служит как раз триггером, потому что нужно запустить тесты. Само выполнение тестов — это та штука, которая происходит, как я уже сказал, параллельно и быстренько эскалируя инфраструктуру. Ну и стадия репорта — это стадия отчета, когда одновременно с тем, что передается некоторые summary короткие по выполнению теста, но и все же есть некоторая платформа, которая позволяет и внутрь теста выполнения посмотреть, чтобы там сколько тайминг по времени запросы выполнялись, либо тесты проходили, ну и историческую возможность справки посмотреть, чтобы посмотреть, как наш сервер деградирует со временем. Ну вот эти вот ребята про это можете потом прочитать про QAOps, DevTestOps и так далее. Ну, собственно, про что движение-то? Про то, что нужно жить дружно, нельзя отдельный отдел тестирования, нужно как-то коллаборировать со всеми участниками процесса разработки, нужно все автоматизировать, никаких ручных тестов, ну и, собственно, нужно приносить ценность. Нельзя там покрывать 100% тесты просто потому, что 100% у нас было. Нужно как-то думать о том, чтобы наш клиент был доволен. Ну и что можно сказать в заключение? DevTestOps, участвуйте в сообществе, как бы участвуйте в конференциях по DevTestOps, устраивайтесь на работу и ops аналитиками. Ну и, конечно же, мир снова в опасности. Казалось бы, все хорошо, но тут опять пошло не так. Что могло пойти не так? А именно, к нам пришли архитекторы. И вот если закрыть ArchOps в Википедии, то вот я просто выделил фразу, что ArchOps — это тот подход, когда архитектура воспринимается как житель первого порядка,
в разработке программного обеспечения, поддержки и операционса. Напомнил, на самом деле, моего географика, который говорил, что география — это царица всех наук. Ну и, собственно, каждый преподаватель, каждый учитель говорит, что их предмет, конечно, самый важный. Ну вот эти ребята тоже такие же. Ну, на самом деле, если говорить серьезно, то они решают конкретные проблемы. Они решают проблемы архитекторов, космонавтов, по совместительству бренд-менеджеров, микросервисов, которые придумывают именно именование и рисуют квадратики, соединяя стрелочками, и ничего вообще не знают о том, что происходит в разработке, особенно это актуально для энтерпрайзов. Они решают проблему в соответствии того, что вот нарисовали квадратиками архитекторы физически реализованным, потому что не всегда это близко процесс находится, и эти ребята, они могут вообще не понимать, что там происходит, и фактически отличие будет, ну, это, на самом деле, последствия критические, потому что если что-то пойдет не так, то вообще непонятно, куда бежать. Ну и последняя проблема — поддержание всего этого актуальности. То есть, как правило, что архитектура рисуется на самом начале, а потом все на нее успешно забивают. Ну, никому это особо не нужно будет. Ну вот ребята собрались, сказали, что вот у нас есть движение ArchOps, либо DevArchOps, и вот мы придумаем способ, как бы это нам полечить. Как они это лечат? Ну, это архитекторы же, им нужно все по-своему сделать. Вот, и они делают восьмерку. Вы, главное, голову так вот не поворачиваете, но в целом они добавляют два шага архитектурных. Анализ и дизайн архитектурный — это тоже непрерывный как участник непрерывной поставки. И немножечко изменяют мониторы для того, чтобы, собственно, мониторить и триггерить в случае чего, если что-то пошло не так с архитектурной точки зрения. Вот мы теперь узнаем с помощью теста, так у нас как код же, ну вот, все про это. Что они предлагают дальше? Нужно погрузиться в код, нужно научить наших там энтерпрайзов, не знаю, насколько это вообще возможно физически, ну, как минимум, познакомить с тем решением, с теми техническими моментами, которые у нас есть в инфраструктуре, в коде, ну, собственно, ознакомить их, чтобы они знали проблемы, не слишком детали в облаках. Нужно использовать такой подход к архитектуре, как код. При этом это может быть как инфраструктурные моменты, так и все вот описание инфраструктуры, чтобы там какой-нибудь план UML не просто там в мире рисовался, либо какие-нибудь арчимейкер, либо еще в чем-нибудь более страшном. Ну, был сначала код, и он потом из него вот эту же картиночку в виде там, C4, либо какой-нибудь другой аннотации уже красивенько рисовался. Но изначально был код. Для чего? Для того, чтобы потом этот код можно было прокрыть архитектуру тестами. Я, честно признаюсь, нигде еще такой не видел зрелой команды. Если у вас это есть на работе, приходите ко мне, рассказывайте, я с удовольствием послушаю. Я знаю, что есть очень много специальных инструментов, как это сделать. Вот, например, один из последних, что мне понравилось. Есть такое мнение о том, что нельзя микросервисы с нуля начинать пилить. И нужно сначала монолит сделать, а потом уже микросервисы распилить. И вот есть специально, ну, и этот монолит делать не просто монолит, а модульный монолит, новый термин такой. И вот ребята для Java написали специальную библиотечку Modulit, которая называется. Ну, это она позволяет как раз тестами покрыть то, что у вас модульность в вашем монолите не нарушена. Ну, прикольная вещь, я думаю, рано или поздно я с этим поиграюсь, но вот если у вас есть опыт, расскажите, очень интересно. Едем дальше. А дальше мы едем к некоторому summary. Они про что? Про то, что нужно жить дружно, нужно автоматизировать, ускорять и, конечно же, приносить ценность. Не нужно рисовать архитектуру ради архитектуры, нужно думать о наших клиентах. Итак, что могу сказать? Устраивайтесь на работу арч-опсами. Делайте, нет, уже не конференции, это же архитекторы, они делают консалтинговые конторы, поэтому вот консалтеры вам в помощь. И мир в опасности снова, казалось бы, уже всех, кого позвали, а вот и нет. И почему он в опасности? Потому что есть очень большое количество людей, которые тоже хотят в эту тусовочку. А именно, люди из бизнеса, DBA-щики, фронты, дизайнеры, датеры, UX-еры. Так, вы можете сгуглить просто каждый термин. Там на каждый термин есть сообщество, которое решает какую-то свою собственную проблему. Собственно, вот эти все ребята, они тоже говорят о том, что нас забыли позвать. Мы не хотим быть отдельным отделом, мы хотим тоже, как и с вами, в тусовочке, тоже приносить ценность, автоматизировать, ускорять и, собственно, работать сообща. Чему это я? О том, что они все вот как раз про это и говорят. И я еще не говорю о некоторых таких сугубо технических терминах, которые тоже, ну, как бы, свою подоплеку имеют. Вот, например, GitOps, который стал деприкейтед уже пару месяцев, как вы можете почитать по ссылочке Talkboards, они же каждый месяц, как каждые 3 месяца выпускают новый репорт, и вот в последнем репорте они сказали, что все, это не очень хорошая история, не нужно туда идти. Но в целом тоже
я не буду упоминать про это, там тоже есть свои проблемы. Есть даже сугубо террористические движения, говорят, мне не нужен DevOps, мне нужен OPS, еще в 2011 году. Ну, правда, потом эти ребята одумались, они очень много там конференциями ездили, рассказывали, они одумались, они говорили изначально, что вот у нас все поставляется как сервис, нам DevOps теперь не нужен, как человеку, чего греха таить DevOps, он же как часто человек называют. И они сказали, что вот у нас есть все как сервис, нам не нужны те люди, которые будут поддерживать. Потом, правда, одумались и сказали, что все-таки у нас есть конфликт-менеджмент, и нам нужен less ops, это как DevOps, только чуть-чуть, как no ops, только чуть-чуть ops все-таки есть. Ну, это никуда не уйдет. Но это уже совершенно другая история. Так вот, мне тут говорят, что нужно завершать потихонечку, но я же буду опаздывать тоже, как и все спикеры, потому что сейчас мы будем с вами играть будем. Я буду вас просить отвечать на вопросы и поднимать руку, как стандартная конференционная тема. Те, кто в онлайне, пожалуйста, пишите в комментарии, ставьте лайки, репосты, а потом еще оцените мой доклад в самом конце. Так вот, что такое WinOps? Это взаимодействие по Win-Win, это Microsoft Style DevOps, это DevOps, где Ops все-таки переиграл разработчика, либо ничего из перечисленного. Кто думает, что первый вариант? Второй вариант? Третий вариант? И четвертый вариант, я думаю, что это я выдумал. Ну хорошо, выбрал на самом деле второй вариант, вы совершенно правы. Вот термины из Википедии про WinOps, они даже делают свою конференцию. Конечно же. Едем дальше. Следующий вопрос. Что такое WizOps? Это сообщество волшебников-опсеров. Это CI-тулкит в QI оболочке Samsung TouchWiza. Это имплементация DevOps от специалиста компании WizAir, либо ничего из вышеперечисленного. Кто думает, что это первый вариант? Второй вариант. Так, третий вариант. И четвертый. Ну, третий и четвертый было одинаково. Не знаю, что в трансляции, мне, к сожалению, не выводят комментарии, но надеюсь, вы там написали. И, конечно же, написали, что это первый вариант. Это сообщество Wizards of Ops. Они за любовь и Ops. Ну, в общем, такие ребята, можете тоже посмотреть, чем они занимаются. И последний вариант на сегодня. Что такое ChiOps? ЧОПС — это DevOps по-чебоксарски, откуда я родом. Это сообщество тулы, специально известные шефа. Это чек-лист Driven DevOps, либо ничего из вышеперечисленного. Кто думает, что это первый вариант? Так, земляков мало, понятно. Кто думает, второй вариант? Второй тоже чуть-чуть. Третий вариант? Так, тут побольше. И ничего из вышеперечисленного. Это того, кого не провести. А почему не провести? Потому что это никакой не Jobs, это HeOps, он просто так пишется, это владелец, собственно, этих пирамид. Так вот, надо завершать. Я специально сделал такую развязку, потому что выводы, самая главная часть, зачем мы здесь собрались? Мы собрались про то, чтобы говорить, что DevOps — это не только Dev и Ops, это вот все ребята, которые тоже участвуют в процессе поставки. И как бы не надо забывать про них, не нужно городить отдельный отдел. Вот мне понравился другой доклад, примерно на смежную тему. Он там показал пирог и спросил людей, что такое, как он называется. И там много-много вопросов, вариантов генерировали. Но в конце мне понравилось, к чему он пришел. Он пришел к тому, что неважно, как это называется, это вкусно, мы это едим. Поэтому неважно, как мы называем это движение, главное, чтобы это приносило ценность, и вот все три пункта, которые я сюда показывал. Помните, я говорил вам запомнить то выражение, ту фразу, что такое DevOps? Надеюсь, она немножечко поменялась после моего выступления. Собственно, я не буду каждого сейчас спрашивать, потому что мы уже все в бар хотим пойти. Но в целом подумайте о том, что вы думаете, что такое DevOps. И вот вам 16 направлений, куда можно развить так называемую T-шейпнутость. Это когда вы не только вглубь знаете хорошо, но еще и влево-вправо. Собственно, выбирайте любое направление себе в душе и гуглите очень много полезного материала. И все про это. Вот здесь вот на картинке типичные участники команд разработки. Вы можете выбрать любого и посмотреть, вот прийти завтра на работу и подумать о том, а кто, ну не завтра, в понедельник хорошо, вы в субботу не работаете. Есть ли такие люди, которых забыли, которые в отдельном отделе сидят и мешают фичам литься впрод? Придите к ним и спросите, давай, слушай, приходи к нам, интегрируйся и так далее. Есть еще интерактивчик, который я приготовил для вас. Можете по ссылочке перейти, либо вот здесь вот загуглить. Там можно собрать своего DevOps, посмотреть на существующих, присылайте pull-реквесты, я думаю, будет интересно. И последнее, самая важная часть. Вот есть такое движение, которое называется HubOps, и оно под угрозой.
Это движение, которое направлено на развитие эмпатии среди обсеров, люди, которые поддерживают ПО. В общем, им тяжело и так, потому что иногда падает, и все на них как бы, ну, парятся, потому что что такое, контакт вообще. Вот есть амбассадоры этого движения, это вот Саша Акилин и друзья из DevOps Community как бы. Ну и, собственно, мой посыл в том, что давайте развивать эмпатию, давайте строить идеальный процесс поставки. Большое вам спасибо. Надеюсь, вам понравилось. Что-то, когда я вас просил, чтобы вы специально было это громче. Все, спасибо большое. Thank you.